Здравствуйте, друзья! Сегодня вот из этих дров, точнее это березовый горбыль, естественная сушка, годик, наверное, чуть больше полежал, занес я его с улицы, он у меня где-то, наверное, больше недели полежал возле батареи, чтобы немножко досох, то есть здесь все это естественные сушки. Вот из этих дров будем делать очередное изделие. Сейчас начинается самое муторное — фугование всех этих конструкций, и клеить будем щиты, и уже из щитов начнем делать. Ну, погнали. Доски готовы, сейчас нашу хлебницу распланируем, как она у нас будет, где будет верх, где боковушки, и уже будем прикидывать, что где отпиливать. Так, погнали. Немножко отрежем бука, тем самым немножко декорируем наше изделие другим сортом дерева. Сейчас везде кромочку сделаем, чтобы было все скруглено, гладенько. Ну и на ручке на самой. Ну, сейчас фрезу ЦНТ-шной придадим небольшую форму и еще немножко украсим, и уже под масло. Ну, практически готовое изделие.
Простейшая получилась хлебница с березовой доски. Ничего сложного здесь нету. При желании, мне кажется, каждый может себе это сделать. Никаких супер-пупер соединений здесь нет. Все элементарно и просто. Все покрыто маслом. Для кухонной принадлежности бурмовская. И уже финиш я покрыл тунговым маслом только снаружи. Вот такая вот березовая хлебница получилась. Кому нравится, ставьте лайки. Не нравится, дизлайки. Самое главное, не забудьте подписаться на канал Труды Мастеров.